Так, поможем блогеру разобраться, почему не работает. Главное аккуратненько распаковать. Так, зарядочка, пультец. Ну и, собственно, проверяем. Не работает, потому что не заряжено. Включаем зарядочку. Включаем сюда. Ничего не происходит. Значит, будем проверять типичную проблему. Для начала открутим отсек. С аккумуляторами и реле. Так. И что же мы тут видим? Как же оно должно работать, если оно не заряжается? Не заряжается, потому что вот этот контакт, он не задействован. Нужно синий перепаять вот сюда. Припаянный неправильно. Сейчас перепаяем, проверим. Ну и для начала нужно отпаять минусовой контакт. Так.
отпаяли. Наденем новый кусок термоусадки. На провод. Капнем флюса. И, соответственно, залудим. Так. Теперь термоусадку надо усадить. Теперь, когда спаялись правильно, можно закручивать назад и ставить на зарядку. Накидываем клеммы. Зарядник горит зеленым. После подключения загорается красным, зарядка пошла. Зарядится, ну и соответственно будет работать. Хотя он и сейчас уже работает от сети. Нужно подождать, пока зарядится и закрутить. Вот, уже немного подзарядился, выключаем зарядку и пробуем. Все работает. Нужно было всего лишь нас все правильно припаять на производстве. Пускай это заряжается и будем отправлять. На этом все. Пока все.